Благодаря спонсорам из Южной Кореи в этом году мы смогли получить медицинские муляжи, которые помогут нам отработать практические навыки со студентами медицинской академии. Данный детский муляж позволит нам отработать реанимационные мероприятия, отработать технику искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. И благодаря индикаторам мы сможем определить, как правильно студенты это делают. Также данный муляж позволит сделать интубацию трахеи. Также был предоставлен муляж Nursing Annie. Nursing Annie позволит отработать уходовые процедуры, катетеризацию мочевого пузыря, уход за стомами, различные гигиенические процедуры. Функциональная кровать и nursing annie позволят отработать позиционирование пациента и различные другие манипуляции. Данный муляж поможет нам по дисциплине сестринское дело в акушерстве. Мы планируем отрабатывать практические навыки с помощью ролевых игр, которые помогут отработать такие навыки, как физиологические роды, тяжелые роды, патологические роды, что позволит лучше себя чувствовать студентам во время практических занятий в клинике. Нам был предоставлен дефибриллятор, и теперь студенты самостоятельно смогут пользоваться им. Также благодаря проекту были предоставлены муляжи для инъекций, и мы смогли обновить наши муляжи, и студенты теперь смогут отработать практические навыки по внутрикожным, подкожным, внутривенным и внутримышечным инъекциям. В рамках проекта было предоставлено глюкометры, тонометры как механические, так и электронные, мешок амбу, колоприемники, интубационные трубки, катетер Фалея и кружки Эсмарха. А также предоставлены чемоданчики, которые оснащены термометрами, фонариком, неврологическим молоточком и стетоскопом. Также завезены аппараты для измерения гемоглобина.